Салам алейкум. Я приветствую всех там подписчиков, а также их родителей. Сейчас Подожди, а что это происходит? Сейчас две камеры снимают одновременно. Ух ты! Так, я могу сейчас смотреть, снимаю. Поздоровались мы, всем привет. Там. Это Рома. Всем привет. Макс, смотрите, это блогер всем привет, из Германии. Макс. Вот встретились. Анзор ТВ, он вон там где-то лазит, ну. Вы его знаете, не удивляйтесь, где он там лазит. Он может быть сейчас тут, через 10 минут смс кружат. Извини, я уже в Чехии. Позже подъеду. Свободу чек. Вот так. Сейчас смотри, что мы делаем. Я нажимаю вот эту кнопку. Все, убираю, дальше продолжаю снимать. И когда захотел попрощаться, опять нажимаю, опять включается, попрощался и все. Да урос хорош. Да, себе прикольно такой. А так мы в Зальцбурге находимся, в центре. Не знаю, куда мы сейчас поедем. Вообще поедем либо куда-нибудь. Я знаю, куда мы поедем. Куда? Мы поедем в солнечную Калифорнию. Куда же? Куда мы еще можем поехать? Анзор, а только вопрос можно к тебе, пока вы тут все вместе? А если человека нет документов, визы американской, как ему поехать в этот, в Калифорнию? Тогда вы втроем не помещаетесь. Мы все расскажем. В этом мире есть неограниченное количество разных вариантов. Неограниченное количество. То есть, если у тебя нет документов, есть возможность ехать нелегально. Они тоже есть. Другое дело, хочешь ли ты, хочешь ли, чтобы тебя поймали, там, суды были, не суды, тоже есть. Если ты не хочешь так, есть варианты ехать легально. То есть, можно сделать браки, можно сделать прописки, можно сделать азюли, можно сделать рабочие контракты, можно сделать все, что угодно. Вариантов попасть, куда ты хочешь, миллион, было бы желание. Слушай, а только вопрос, а есть какая-нибудь... Вкус романтики, знаешь, в чем? Чтобы нелегально поехать, тебя поймали, повязали. Депортируют и все. Романтика есть, быстро. Она романтика продолжается. Ну ты не понял вопрос, наверное, Анзор. А, ну давай, говори еще раз. Вот Рома ответил на него. А, ну тогда Рома, в общем, ответил нормально. Да? Вот так. Вообще нужно просто не ждать что-то, а делать. Даже те, кто хотят уехать куда-то в Германию работать, делайте не завтра, не послезавтра, а сегодня. Работа не волк, волк не убежит. В лес не убежит, да. Она ждет вас в Германии, ваша работа. Она никуда не убежит. Главное, вы к ней придите, если вы хотите работать, конечно. Да. Она будет на месте стоять. Вот как стояла она, вот в данный момент, как она стоит, эта работа, она точно так же будет вас ждать в этой Германии, когда вы сюда. Вы сейчас где находитесь? Мы сейчас в Австрии. В Австрии находимся. И в Австрии, и в Германии, и везде. Где мы? Настолько он путешествует, что он уже не знает, где он. Страна туда. А я бывает такой даже. Да, да, интересно. Страна туда, страна сюда, уже это все сложно очень. Вот так. Ой. Взяли вот интервью у известных блогеров Германии и самого Анзора. О, Пачанга ТВ. Ой, Анзора ТВ. Пачанга ТВ, говорю. Кстати, идея. Пачанга, Пачанга. Вон этот Пачанга весь. Вот так выглядит Зальцбург. Очень красивый город. Кто здесь не был, приезжайте. Кто был, тоже приезжайте. Что-то новое. Мы вас не видите, да, того, что мы ничего не видели. Кстати, а погода, смотри. 15-10, погода шикарная. Вот так. 4-минуточка из Зальцбурга. Все, продолжаем смотреть. Продолжаем смотреть видео, кому интересно. Ставим лайки, ждем новых видео. Всем пока, ассаламу алейкум.